представляю вашему вниманию учебник и практикум для прикладного бакалавриата «Теория государства и права» под общей редакцией Альбова Алексея Павловича и Николюкина Станислава Вячеславовича, которые представляют финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Учебник посвящен современной теории государства и права, содержит ряд принципиально новых тем. Авторы существенно обновляют и пересматривают вопросы возникновения, развития и функционирования государства и права. Для закрепления материала включен практикум с интересными заданиями, кроссвордами и тестами.